долго думала, с чего начать это видео, но так ничего умного не придумала, поэтому скажу, в общем-то, все как есть. Недавно на моем канале случилось очень серьезное событие. Вас, моих подписчиков, стало больше 100 тысяч. Для меня это огромное достижение и просто осознание того, что действительно все это я делаю не зря, что я не просто какая-то дурочка, которая сидит в пустой комнате и общается с камерой. На самом деле по ту сторону вас огромное количество, и с каждым новым подписчиком, с каждым новым месяцем я все больше и больше ощущаю вот эту вот связь между нами. И я хочу вас поблагодарить за то, что вы развиваете мой канал, за то, что вы уделяете мне свое время, за то, что вы активно ведете себя на моем канале, потому что любая активность способствует развитию канала, будь то просмотр, будь то лайк или комментарий, или любая другая активность, это все развивает мой канал. И для меня это осознание того, что вот сейчас как будто вот только начало, потому что все, что было до этого, это были какие-то методы пробы и ошибок. Я очень долго к этому шла, но я очень рада, что за вот такой вот срок мой канал привлек только самую лучшую аудиторию, потому что у меня в комментариях всегда царит спокойствие, какая-то адекватность, рассудительность, и действительно, комментарии мои интересно читать, я вижу вашу жизненную позицию, и я вижу, что люди здесь очень позитивно настроены. Для меня это очень много значит. Как я и сказала, все, что было до этого, это была как тренировка для меня. Я училась правильно подавать контент, я училась правильно снимать, правильно выставлять свет. И вот сейчас впервые за все эти долгие годы я ощущаю, что мне нравится то, что я создаю, и я чувствую вот эту отдачу от вас, что вам тоже это нравится, но прогресс никогда не стоит на месте. Я буду стараться и дальше развивать каналы, развивать свой контент, делать видео интересными, делать их какими-то актуальными для вас. Все, что произошло со мной хорошего за эти 6,5 лет, это все благодаря вам, вашим просмотрам, вашим лайкам, вашей активности у меня на канале, потому что без вас ничего бы этого не было. Вы всегда очень с доверием относитесь к моим видео, и для меня главное, вот чтобы у нас вот такие вот доверительные отношения и дальше строились. Поэтому я сделаю все, что зависит от меня, и я очень надеюсь, что вы будете также активно себя вести, а может быть еще более активно, потому что некоторые ошибочно думают, что блогеру там некогда читать комментарии, или он там не обращает на них внимания. На самом деле все наоборот. Вот я загружаю видео, и для меня самое главное — это вот первая такая волна комментариев. Я читаю до сих пор абсолютно все комментарии, я практически всем стараюсь отвечать, поэтому не ленитесь, давайте строить наши отношения еще крепче, еще теснее, еще плотнее. И давайте, наверное, переходить уже к видео. Сегодня будет собиралка, мы будем с вами делать тот макияж, который сейчас на мне, и давайте приступать. Всегда, когда кадр с макияжем сменяется на кадр вот так вот без макияжа, то это выглядит так... Ну, ладно, в общем-то, потерпите, мы дойдем до той стадии, которая была сначала. Но начать я хочу сегодня с маски. Я эту маску показывала в обзоре коробочки Viva Beauty Box и спрашивала, будет ли вам интересно посмотреть, что она делает и делает ли она вообще хоть что-то. Итак, это маска от Миша, называется она Speedy Solution Lifting Patch. То есть это патч, который подтягивает контуры лица. Вот эту вот часть, ее надо там за уши зацеплять. Может, ее тут надо открыть? Волосы. Боже, я себя чувствую жертвой круговой подтяжки лица. Вот это все после пластической операции вот так вот ходят, когда круговую подтяжку делают. Ставлю таймер на 15 минут. Погнали. Ну что ж, 15 минут уже прошло. Ну что ж, скажите мне, лифтинг какой-то есть вообще или нет? Потому что по ощущениям такое впечатление, что здесь настолько туго все было, что вот в такой вот тугости моя кожа как бы и запомнила, что нужно находиться. Даже не то, что кожа, а больше как вот, может, мышечный каркас здесь вот в челюсти. Но я не знаю, это нужно смотреть до и после для того, чтобы определиться, реально что-то есть или нет. Начиная, как обычно, с праймера Anneli увлажняющего. У меня уже здесь осталось буквально треть, вообще так мало. Чувствую, скоро нужно будет пополнять свои запасы этого праймера.
Консилер давайте с вами попробуем NARS Radiant Creamy Concealer. У меня оттенок Custard. Мне на самом деле нравится, как перекрывает этот консилер. И что еще мне очень нравится в консилерах, это когда они сглаживают вот здесь вот текстуру кожи. Вот это очень хорошо тоже делает Catrice, за что я его в последнее время очень сильно полюбила. Освежает, в принципе, неплохо, перекрывает тоже отлично. Пока он сейчас не скатался, я его хочу закрепить пудрой от Anneli для сухой кожи. У меня это очень светлый оттенок Beige Light. А что касается теней, у меня есть новая палетка, которая вообще нифига не новая на рынке, я имею в виду. То есть она уже там 10 миллионов лет на рынке продается, и она стала фаворитом уже огромного количества людей, но я ее еще не пробовала. И я сейчас говорю о палетке Wet n Wild, которая называется Comfort Zone. Палетка эта, к сожалению, ко мне пришла побитая, здесь вот этого оттенка у меня вообще нет, грубо говоря, потому что он полностью разбился. Но все остальные оттенки вполне нормальные. Я еще не пробовала эту палетку, но я знаю, как ее очень сильно любят. Единственное, чего мне здесь не хватает, это матовых оттенков, естественно. И я решила, раз я буду такую бюджетную палетку использовать, то я дополнять буду ее матовыми оттенками из палетки Makeup Revolution. Вот этот не очень. Я сразу вижу, что с ним будут проблемы, потому что он темный, но в нем есть как сатин, так и шиммер. Вот еще сделала свотч оставшихся здесь у меня трех оттенков. Вот этот, такой ничего особенного. Вот этот по свотчу выглядит страшно, поэтому я думаю, я его не буду использовать. А вот этот вот, который у меня самый такой запыленный, очень интересно выглядит. Обожаю вот такие дуохромы. Он от такого оттенка шампанского переливается к сине... зелено какому-то вот такому вот цвету, прям очень интересный, хочу его вот 100% сегодня использовать. Сегодняшнее видео, знаете, такое немножко как бестолковое по тематике, то есть вот обычно в таких вот собиралках я выбираю какую-то тему, мы с вами ее обсуждаем. Ну, сегодня у нас с вами, знаете, вечеринка одного человека. Я праздную... я уже отпраздновала это событие, вот сейчас вот с вами праздную. И знаете, с такими событиями самое смешное то, что тебе кажется, что это настолько масштабно, что все должны это заметить, мир должен остановиться, потому что у тебя какое-то событие произошло. Но на самом деле ничего не меняется, даже в плане канала вот стукнуло там 100 тысяч подписчиков, но при этом вышло видео как бы обычным своим графиком, да, обычные там комментарии. Я там, конечно, написала, как бы закрепила вверху комментарий по поводу того, что на канале 100 тысяч подписчиков, там меня очень многие поздравили, спасибо вам за это огромное. Для меня это действительно, очень большое событие, поэтому мне очень было приятно, что меня целый день поздравляли, просто во всех соцсетях мне звонили, близкие меня поздравляли, то есть, у меня такое впечатление было, что у меня день рождения вообще, вот я это целый день говорила, что такое ощущение, что меня все поздравляют, все что-то желают, и я его провела с таким, как приподнятым настроением, воодушевленности какой-то, когда вот целый день вокруг тебя все крутятся и как-то по-особенному тебя выделяют. Знаете что, кстати говоря, вот эта палетка, я когда ее заказывала, я думаю, я сделаю на нее обзор и вот будет лежать, скажем так. Но на самом деле она меня очень поразила. И вот просто рука постоянно тянется к этой палетке, потому что здесь есть все. Здесь есть как очень теплые оттенки, так и очень холодные. Там вот, например, вот этот серый, он прям вот серый. Или вот этот более темный, такой вот серо-коричневый, но ближе именно к серому. Есть и теплые оттенки, то есть, вообще вот просто абсолютно все, что только может захотеться, здесь есть. И вот это очень удобно, потому что я вот думаю... вот я сделала макияж, все нравится, но вот что-то мне не хватает какого-то вот затемнения, вот чтобы это был такой вот теплый карамельный оттенок. И опачки, я открываю эту палетку, он здесь есть. Или наоборот, какой-то холодный оттенок хочется, потому что теплый как-то слишком макияж становится каким-то оранжевым или рыжим, и хочется чем-то его как бы приглушить, скажем так. И тоже я тянусь сразу к этой палетке, вот прям реально она у меня лежит здесь среди самых часто используемых. Давайте теперь пробовать этот оттенок. Сначала, наверное, я его попробую нанести как есть, то есть без фиксирующего спрея, а потом, если понадобится, то
что добавлю фиксирующий спрей. Что-то он как-то потерялся, мне кажется, у меня навеки. Давайте попробуем с фиксирующим спреем. О, вот это уже немножко другое дело. Красиво, конечно, но что-то как-то на свотче было немножко красивее. И я хочу добавить пигмент. Это KM Cosmetics. Пигмент Тропический шторм. Ну, как по мне, то вот так однозначно красивее. Единственное, мне не хватает прям вот совсем затемнить внешний уголок. И, кстати, для этих целей я купила тени от ColourPop Nova Refill. Это самый темный их цвет, Let's Do It он называется. Это, грубо говоря, угольно-черный оттенок. И это то, чего мне не хватало в моей палетке из наборных вот таких вот рефилов. Оп, теперь идеально. Опа, вот да, это то, что я имела в виду. Он именно такой вот угольно-черный. И во внешних уголках глаза вот именно добавляет вот то нужное затемнение, которого иногда не хватает, когда пользуешься просто там даже самыми супер темными коричневыми оттенками. Вот черный иногда все-таки вот так вот незаменим. Тушь я продолжаю тестировать от Gauche, которая называется Lash Sculpting Fiber Mascara. А мне все нравится в этой туши, за исключением того, что вот эти вот фибры, которые присутствуют в туши, они могут немножко осыпаться. Не то чтобы там супер критично, да, но вот я вот, например, крашу глаза этой тушью, и где-то через часа 3-4 подхожу к зеркалу и вижу кое-где там вот такие вот маленькие точечки черные. Да, их можно как бы легко смахнуть, вроде бы как не проблема, но если вас это напрягает, то вот знаете, что с этой тушью такая ситуация может сложиться. А вообще из плюсов мне нравится, что она сразу хорошо прокрашивает ресницы, то есть с ней не нужно ждать, пока она там подсохнет или надумает работать, вот она сразу вот с первого дня берешь, красишь, и как бы все хорошо с ней. Чуть попозже я еще наклею накладные ресницы, сейчас хочу затонировать лицо, и сегодня хочется что-то полегче вообще использовать. Вот возьму Armani, у меня эта тональная основа уже в принципе заканчивается практически, почти ничего уже там не осталось на дне баночки, вот хочу ее добить уже, и сегодня хочется чего-то как-то полегче на лице. Вот вспомнила о ней. В качестве не то румян, не то бронзера в последнее время часто использую смесь вот этих двух оттенков. Это вообще у меня палетка The Balm и оттенки Balm Beach и Balm Desert. Вот смесь вот этих двух как раз вот на мне смотрится что-то, как бы, что-то среднее между румянами и бронзером. Вот я их так вот обычно смешиваю между собой, потом пару раз так и... Вообще, это ближе, конечно, к румянам, мне кажется, потому что я обычно вот так вот наношу, растушевываю, а потом еще добавляю бронзер или какое-то корректирующее средство именно вот для скулы. Вот, видите, это, в принципе, вот больше как румяна, наверное. И потом я беру палетку Make Up Revolution. И вот этот вот оттенок, он именно такой тоже, как скульптурирующий, это не совсем бронзер. И его я наношу уже ближе к... внешней части лица по периметру и заканчиваю им уже макияж. И вот в последнее время мне эта техника очень нравится, потому что здесь вот остается такое как освежение ближе к центру лица, а по периферии все равно вот есть вот эффект вот этого скульптурирования. Недавно тоже купила вот такой вот хайлайтер от Wet n Wild. Это Mega Glow и оттенок Precious Petals. Вообще, чуть ли не поголовно все на американском YouTube говорят, что это аналог Бека Champagne Pop, который выпустила Jaclyn Hill. Но я вам хочу его специально показать, мне он не понравился. Мне не нравится, как он выглядит на лице, он ужасно подчеркивает текстуру лица. Ну вот смотрите, да, как выглядит скула без хайлайтера. И вот сейчас я его начну наносить, и просто у меня такое впечатление, что у меня... кратеры образовываются на скулах,
все вообще пупырки, все там какие-то поры сразу начинают проявляться. Лицо вот здесь вот, я не знаю, насколько это будет видно, но вот здесь вот какое-то становится более морщинистое, что ли. Вот какое-то более сморщенное. Это как, знаете, старый уже финик какой-то. В жизни мне все-таки хочется как-то сгладить его текстуру и вот так вот пару раз прибить спонжем, для того, чтобы немножко он все-таки поделикатнее стал. Ладно, что у нас с вами осталось? Ресницы сейчас. Я купила вот такие вот от Ardell. Это ресницы из линейки Studio Effects. Это более такие, они как бы драматические, потому что вот, например, Demi Whispies обычные, и вот эти рядом, то есть вот эти, они более длинные, вот прям конкретно более длинные, вот если их сравнить. И меня, кстати, часто спрашивают, как сделать так, чтобы ресницы выглядели адекватно, потому что многие вот покупают вот такие вот ресницы, клеят и видят, что у них вот так вот все, при этом у них нет какого-то насыщенного макияжа, вот такого, как у меня, да, тоже практически он у меня до бровей доходит. Обратите на это, кстати, внимание, потому что с накладными ресницами очень важно, какой вы макияж делаете. Если бы там слегка чуть-чуть вот здесь вот в уголке там складочку подвели, и вот вы вот такие ресницы клеите, то, конечно, они будут выглядеть неестественно на ваших глазах, и вы будете недовольны результатом. Что я люблю делать, это обрезать их с внешней стороны, и тогда получится, что они будут немножко меньше, и таким образом вы уберете вот эту излишнюю длину, возможно. Я здесь обрежу, наверное, две секции. Опс. А на губах я хочу сегодня использовать новую помаду, которую я вам еще не показывала, но я ее уже много раз носила. Это помада Wet n Wild, называется она Liquid Catsuit, и оттенок у меня Nudie Speech. Очень симпатичный нюдовый оттенок, особенно если мы говорим о матовой жидкой помаде. Вот такой вот оттенок приятно найти, в принципе, достаточно проблематично. Единственное, она немножко полупрозрачная, то есть ее нужно наслаивать, но вы сейчас это сами увидите. Когда она наносится, она как масло наносится, но слегка немножко плешивит. И я как бы... Сейчас накрашу, расскажу. Как видите, оттенок у нее действительно очень приятный, но нужно было несколько раз наслаивать. И вот в некоторых местах, знаете, ее как прихлопывать надо, для того, чтобы она именно ровно свой пигмент распределила. Потому что когда она начинает подсыхать, видно кое-где какие-то полосы. И вот когда начинаешь прихлопывать, то все, потом все нормально и выглядит она в итоге хорошо. Ну что ж, мой макияж полностью готов. И если вы досмотрели до этого момента, то у меня для вас есть сюрприз. Я хочу в этом видео сделать конкурс. Это, наверное, будет самый большой конкурс, который только проходил у меня на канале. Я специально этот конкурс нигде дополнительно не объявляла, ни в начале, ни вообще где-то отдельно, потому что мне хочется, чтобы все это досталось такому, знаете, моему ярому какому-то подписчику, который смотрит мои видео, который смотрит их от начала до конца, которому приятно проводить со мной время, кто ценит мой канал. Поэтому, если вы такое длинное видео досмотрели до конца и еще не выключили, то для меня это сигнал, что вы среди тех, кто именно действительно поддерживает мой канал. Давайте покажу вам, что сегодня в конкурсе будет. Конкурс, конечно, будет огромный просто. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Я буду разыгрывать палетку от Colourpop Double Intender. Также еще одну палетку от Colourpop, которая называется Golden State of Mind. Палетку теней тоже от Avon Mark. Потом еще от Colourpop я здесь припасла для вас помаду Lippy Stix. И также оттенок теней из Super Shock Shadow, который называется I Heart This, и также от Colourpop помадку для бровей. И это еще не все, это еще даже далеко не все. Также в этом подарке будут патчи под глаза, это довольно известные патчи там с ласточкиным гнездом, что-то такое, ну, в общем-то, они очень известные. Также beauty спонжик вот такой вот от Etude House, минеральная пудра для лица, двушка румян от Rilouis, от KM Cosmetics здесь несколько продуктов, здесь румяна сатиновый и также два оттенка теней, но это скорее пигменты, нежели тени. Праймер для лица от Elf, парфюм от Ewe Mendes. Дальше еще тоже у меня здесь осталась тушь для глаз. Целая охапка у меня здесь помад, и в том числе бальзам для губ. Оттенок теней от MAC.
И что я еще не упомянула? А, и еще у меня здесь есть гель для душа и также сыворотка-заполнитель для волос. И для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе, все, что нужно сделать, это быть подписанным на мой канал. Ну, я думаю, вы и так это уже сделали. Если нет, то обязательно подпишитесь. И второе условие, это напишите, пожалуйста, в комментариях, какие видео вы бы хотели смотреть на моем канале. То есть, вот какие видео вам больше всего нравятся, возможно, из существующих, какой тип видео вам нравится, будь то «Собирайся со мной», или обзоры косметики, или, я не знаю, что-то другое. Может быть, что-то на других каналах вы любите, а я такого не делаю, и вам бы хотелось, чтобы я какую-то рубрику подключила на свой канал. Вот мне интересны именно такие искренние комментарии, не просто там «Ой, я люблю твои любые видео», ну, как бы, это, конечно, очень приятно, но мне хочется провести такой социологический опрос в массах, поэтому посоветуйте мне, что вам кажется самым интересным и что вы в первую очередь включаете на моем канале, а что так вот как бы не очень. На этом я буду с вами прощаться, обязательно подписывайтесь на мой канал, это можно сделать вот здесь вот, посмотрите другие мои видео, если вы их еще не видели, а если видели, то мы с вами увидимся в каком-то новом моем видео.